Казахстан движется в правильном направлении в сфере развития зеленой экономики, считает спикер Национальной ассамблеи Республики Кореи. В рамках официального визита в нашу страну представители различных партий Кореи во главе с председателем Национальной ассамблеи Чон Се Гюном посетили музей энергии будущего Нуралем. Здесь для них провели экскурсию. С отечественной стороны гостей сопровождали зампредседателя Мажилиса Владимир Башко и заместитель председателя правления нацкомпании «Астана-Экспо-2017» Ален Чайжунусов. По окончании экскурсии южнокорейские парламентарии дали высокую оценку объектам туристической зоны после выставочного наследия «Экспо».